Ходят слухи, что хореограф по билли-дансу Виолетта Краснолобова использует специальный прибор по подбору учеников. Или что она владеет талисманом удачи, который привлекает к ней одаренных детей. На самом деле это огромная заслуга ее самой. Виолетта подробно, до тонкостей объясняет детям, как надо показать и станцевать тот или иной элемент. Конечно, она требовательна, так как считает, что в танце нет мелочей. Для нее важен каждый штрих, каждая деталь. Вот и весь секрет.